шлюпка. Но где же все? Ушли вглубь острова. Сэмми! Значит, они прошли здесь. Есть кто на связи? Ответьте!
Знакомьтесь, перед вами будущее светило мировой археологии Лара Крофт. За работой. Сейчас она занимается поисками страны Яматай, которой правила Пимика, императрица Солнца. Она же моя прабабушка. Сэмми, это не смешно. Знаю, дорогая. Просто хочу немного разрядить обстановку. Все уже на пределе. Что тебя так напрягает? Я близка к разгадке, это точно. Но не знаю, станут ли они меня слушать. Да и надо ли меня слушать. Лара, ты прекрасно знаешь, никто не разбирается в этом лучше тебя. Я сейчас абсолютно серьезно. Я верю тебе. Рот верит. Разве этого мало? Все, хватит, перерыв. Я хочу выпить. Окей, окей. И Сэмми, спасибо. Она не всегда такая зануда. Давай, хватай, Сэмми! Ну, я несерьезно отношусь к экспедиции. Не говори так, Лара. Нас финансирует не только семья Сэмми. Я рискнул всем состоянием. Ну, мы все чем-то рискнули. Нас не будут финансировать вечно, Уитман. И поэтому мы должны идти на восток, а не на запад. У нас нет данных. Нет данных, что Яматай так далеко на востоке. В книгах об этом ни слова. Но авторы этих книг не нашли Яматай. Я уже обсуждала это с Ротом. Нет никакого смысла идти по чужим стопам, доктор Уитман. Я не готов поставить на карту свою репутацию. Напомню, я здесь ведущий археолог. Давно были в экспедиции без софитов и камер? У меня 30 лет опыта и 2 научные степени. А ваше дело – лодка, мистер Грим. Корабль, доктор Уитман, корабль. И это и без степени. Слушайте, видно. Строго на востоке лежит треугольник дракона. Именно туда нам и надо. Лара, птенчик мой, я пойду за тобой хоть к черту, но там плохая энергетика. И страшные бури. Рядом с ним Бермудский треугольник – просто ерунда. Но я с вами. Легенды гласят, что императрица Пимика умела вызывать бури, а в мифах обычно есть доля истины. Что если Яматай находился прямо в треугольнике? Вот, смотрите, спутниковые фотографии треугольника дракона. Мне это не нравится. Там вода, значит пройдем. Неужели вы это серьезно? Хватит! Рейс права. У нас нет денег на безделье. Сейчас или никогда. Лара предлагает свежую идею и план. Я здесь капитан, и мне решать. Мы идем в треугольник дракона. Что я тут делаю? Давай, изложи свой план. Нельзя сидеть на месте. Нужно найти какую-то еду. Боже, что здесь происходит? Стоп, лук мне пригодится. Мне нужно оружие. Я посмотрим, в каком он состоянии. Просто вспомни уроки Рота. Ты можешь владеть самыми передовыми технологиями в мире, но это ничего не значит, если ты не умеешь сосредоточиться. Это ключ к успеху.
Я хочу есть. Я должна найти его. Пора в лагерь. Лара, при тебе не всегда будет крутой гаджет, который подскажет тебе, где ты находишься. Научись читать землю и звезды, и ты всегда найдешь дорогу домой. Я Конрад Рот, капитан Эндьюранс. Наш корабль разбился у острова в треугольнике дракона. Рот? Лара? Ты жив? Спокойно, спокойно. Как ты? Что с тобой случилось? Я помню берег. Потом темнота, и я очнулась в пещере. Там был какой-то сумасшедший, Рот. И мертвец. Боже. Где ты сейчас, Лара? В безопасности? Мне было так страшно. Это я во всем виновата. Только я... Лара, слушай меня. Я успел послать сигнал бедствия с Endurance, прежде чем покинул корабль. Надеюсь, кто-нибудь его принял. Мне удалось связаться с остальными. Все сходимся ко мне. Пожалуйста, забери меня. Я должен оставаться здесь. Ты справишься, Лара. Помнишь подъем на Сноудон? Ты тогда сказала, главное помнить, что нужно идти дальше. Найди путь на гору через развалины. И не выключай рацию. Хорошо. Музыка. Эй. Эй. Есть там кто? Наверное, это и есть проход. Черт! Что я делаю?
О, боже, это безумие. Ищите дым. Уже идем. Лара, ты жива? Сэмми, слава богу. Сюрприз. Все нормально, он один из нас. Прошу прощения, если напугал. Здесь кто угодно испугается. Мы говорили с вашими людьми. Они уже идут сюда. Вот. Он перевязал мне ногу. А, ну хоть чем-то помог. О, где мои манеры? Простите, я Матиас. Когда-то был учителем. Но, боюсь, для жизни на острове я мало пригоден. Дорогая, ты устала? Садись. Да. Сэмми как раз рассказывала мне об императрице Солнца. Да, о Пимика. Расскажи еще. Мне интересно. Ну, хотите верьте, хотите нет, но пару тысяч лет назад императрица Пимика была владычицей Японии. Она любит об этом рассказывать. Пимика была красивой, загадочной, но властной и безжалостной. По легенде, она владела сверхъестественными силами. А здесь обычно я перестаю слушать. В мифах всегда есть доля истины. Она командовала армией воинов-самураев, штормовыми стражами. В битве они оседлывали сам ветер и сокрушали всех врагов. Говорят, что солнце всходило по приказу Пимика, и она правила всем, чего касались его лучи. От гор до моря и до... Черт! Черт! Сэм!
Я скучал, птенчик. Хорошо, что вы здесь. Сэмми с вами? Она с тобой была? Она была здесь, с этим Матиасом. Но я отключилась, а проснулась, их уже нет. Девушкам нельзя гулять одним. Надо их найти. Стойте, а как же Рон? Так, ладно, мы разделимся. Кто-то пойдет с Ларой навстречу роту, а остальные разойдутся и поищут Сэмми. Я с ней. Нет, я с ней. Пользоваться-то умеете? Когда-то умел. Думаю, вспомню. Идите к роту. Мы найдем Сэмми и этого Матиаса. Ты как, ничего? Вроде да. Передохнуть бы пару минут. Ну вот, посиди здесь. Я на разведку. Ладно. Неплохо. Предупредите волка, доктор. У Лары кризис самооценки. Что ж, значит, ради нее мне надо делать вид, что все в порядке. Но с этой экспедицией что-то не так. У меня плохие предчувствия. Чем мы ближе к треугольнику дракона, тем сильнее у меня сосет под ложечкой. И это не качка и не радостное возбуждение. Да что ж такое? Вообще-то я должна прыгать от восторга, что меня взяли в такое потрясающее путешествие. Хорошо бы уговорить Лару сделать перерыв и выпить по бокальчику.
Еще один храм. Кому они поклоняются? Уитмен просто невозможный позер. До сих пор не могу поверить, устроить такую истерику во время рядовой съемки. Это же его работа, разве нет? Ведь в научной части экспедиции от него толку ноль. Когда мы найдем Яматай и начнем снимать, он придет в себя. Нет, это совершенно невыносимый тип. Но на камеру работать умеет. А я просто буду делать свое дело. Лара не подозревает, но я и ее снимаю. Она должна получить ту славу, которую заслуживает. А еще она чертовски хороша в кадре. Очень надеюсь, что Уитмен с ума сойдет от зависти. Но увидит он это не раньше, чем все остальные зрители Теллуридского кинофестиваля. Великолепно. Я видела такие. Да? Похоже, ритуальные. Это женская фигура. Особенно интересно. Кажется, это сделали недавно. И, несомненно, островитяне. Судя по всему, они тоже потерпели крушение и выжили. Замечательно. Да, надеюсь, мы не станем убийцами, как они. Попробуй справиться с другим. Здесь нет рукоятки. Вместе. Черт! Нет, так не выйдет. Нужно найти что-то.